Бич нашего времени. Сколько осталось препаратов для ВИЧ-инфицированных в Омске? И почему чиновники не видят ничего плохого в том, чтобы прервать лечение смертельно больных людей? Расселили и забыли. В Омске десятки домов, которые должны снести, продолжают стоять без охраны. 12-2 определяют в Омске. Одобрили новую схему, по которой будут выбирать мэра города. Смотрите «Омск» здесь в субботу в 20:00 и в 23:30.